Всем добрый вечер. Ребята, проснулась, короче, после суток в 6 вечера. И сама не знаю, что хочу. На улице мрак, дует ветер, уже темно. И, в общем, сама не знаю, что хочу. Что-то хочу, чего хочу, не знаю. Думала и придумала. Хочу скумбрии. С пивом. Завтра выходной. Кто в Пятерочку сходил? Сейчас подрумянимся немножко. И сходим с вами в Пятерочку, если нас не сдует. На улице, слышите, завывает. Переехала на юг. Придется одевать теплую куртку. Сейчас принесу. В кои-то веки на югах в сентябре в куртках теплых. Все, собрались. Такая важная дама в очочках. Пакетик. Выхожу в непогоду. Не взяла с собой наушники. Будет слышно, нет? Не знаю. Северный полюс отдыхает. Пятерочка рядом. Собакам надо мне купить какой-нибудь дешевой колбаски. Так. А вот. Вот такая вот ветчина, на нее хорошо идет красная цена. Надо выключить. Короче, надыбало здесь сыр адыгейский. Со скидкой. Срок. 28 октября 124 рубля. Я, короче, остановилась вот на пиве Туборг 47 рублей. Так. В общем, осталось купить рыбу. Поглядим. На. Так, это не рыба, вот рыба. Так-то хочу скумбрии. Скумбрия 164. Холодного копчения. Скумбрия Мартин. Она вся на вид-то. И, короче, вот что-то так захотела кильки аж. Дыня торпеда. Ни разу не ела в этом году. Взять надо. Тем более 40 рублей килограмм. Говорят,
понюхать надо. Я понюхала ее, как будто коты обоссали. Ну ладно. Короче, решила, больше в Пятерочку не пойду. Нет. Когда не ходишь в магазин, цены нормальные. Сейчас посмотрим обзор. Ничего не взяла? Вышла с собаками еще погулять. Ветрище. Эй, ветрище у нас. Зима у нас. Когда это было, чтобы в сентябре в теплых пуховиках ходили люди? Ну все. Сейчас посмотрим, что я купила. 1011 рублей. Короче, больше не пойду в Пятерку. Я ничего не купила, 1011 рублей оставила. Надо было там, наверное, проверять что-нибудь. Опять не то пробили. Так. Тайт. Ну, да, хорошо, тайт. 209 со скидкой, 15 капсул. Ладно. Масло растительное. 90 рублей. Так, дыня, торпеда. Ну, в принципе, она вытянула всего 104 рубля. Всего 104. Потом посмотрим, что там вообще стоило, не стоило я брать. Короче, я вот в очках не привыкла. Я так-то в линзах хожу, но иногда даю глазам отдыхать. Так. Вы скажете, пиво набрала. Но ведь пиво-то я взяла тоже по 47 рублей. Правильно? Да, Тубар. 47,90. Так, это Юрий баночку безалкогольного 60 рублей. Ну вот что я взяла? Булка городская. 26 рублей. Скумбрия и килька. Скумбрия 164 рубля. Какая дорогая покупка. А килька 50 рублей. Это я взяла своим любимицам. Красная цена 74 рубля. И сыр по 124 рубля. Что? Что здесь на 1000 рублей, ребята? Ти твою мать. Самая дорогая покупка это 209, 165, 125. В общем, 5, 26, 209, 164, 74, 124, 49, 89, 103, 63, 47, 47. 1000 рублей. Не буду ходить в магазин. Ну все. Вот такой обзор цен, блин. Ну, в общем, все нормально. Работаем за еду, как и обещали. Сейчас будет мукбанг с пивом.